Доброго времени суток всем любителям и поклонникам лучшей игры с мячом. Единая лига ВТБ представляет матч между командами Астана и Автодор. Ялес на Петенева, передача внутрь, можно пробовать разбираться, ой-ой-ой, какой блокшот! И приходится уже через периметр играть, Пронаускис, ой-ой-ой, накрывают. Ну а в атаке Мавра, бросок под 45, не точен, Мавра уже несколько раз, и опять быстрая атака! Какой данк, Ройске! Мельница! Это и понимает прямо сейчас Андерсон. Андерсон со степбэка. Ух ты, как его накрывает Торвелл. Быстрая атака от Автодора. И можно завершать этот эпизод Хэммонсу. Сразу же Джонсону мяч передают. Джонсон! Ух ты, какая передача! Три! Да! Какой пас делал Джонсон! Какой проход! 15 секунд на атаку. Виньялес. Фолтер забивает. Еще и с нарушением правил на себе. Передача внутрь. Папа! Это Ройске. Бесоч. Виньялеса. Виньялес. Бесоч мяч вернул. На скорости заносит 2 очка. Джонсон в атаке. Разменивается сейчас на Хэммонса. Ищет варианты Джонсон! Как он исхитрился! И Астана забирает победу. Теперь команда из Казахстана. 2 победы и 1 поражение.